Так, ну что ж, это следующая часть восстановления. Сейчас веду работу над крыльями. Буду сейчас вот эту всю незаклеенную часть заводить под антикор. Вот. Более-менее зачистил, убрал ржавчину. Сначала с внешней части вот эту часть заведу. Подожду, пока высохнет, а потом уже, к сожалению, моей незасыхающей мастикой всю внутреннюю часть за антикорю. Вот, потому что тратить ее все равно нужно, антикорить все равно нужно. И что, юзать ее придется. Так что сейчас буду обрабатывать, потом покрашу защиту, поставлю. Вот. И потом примусь за другое крыло, которое я недавно купил. Оно ровное, без вмятин. Вот, его тоже заантикорю снутри и с внешней части. Вот. И тоже буду ставить. Надеюсь, сегодня успею поставить. Так, ну что ж, следующая вставка. Собственно, покрасил сейчас защиту с внешней стороны, которая будет видна. Точнее, получается, с внутренней. И вот обработал крыло. Жду сейчас, пока подсохнет. Вот, арочку тоже заантикорил полностью. Жду, пока подсохнет, и потом покрою с внутренней, с другой стороны, короче, защиту. Еще покрою лаком с обоих сторон, чтобы не слазила краска. И буду потом ставить, потом буду заканчивать крылья до конца. Вот. Со вторым крылом тоже покажу, как получилось. Так, ну все, это уже второе крыло. Тоже так же покрыл арку. Кусок внешней части. Это крыло, к сожалению, снова заморал. Придется оттереть. Но суть в том, что наконец-таки все выставил по зазору. Больше ничего не цепляет. Все нормально. Вот. Фартук прикрутил. Вот. Сейчас буду ставить следующее крыло, но с этим крылом косяк, потому что болтов не хватает. На данный момент есть только один болт под фартук. И остальные болты чисто под крепление уже самого крыла. Но я думаю, видно, что его всего 6 штук. То есть 4, и тут 4, должно быть 8. То есть еще 2 болта. 2 болта не хватает. Я как бы знаю, где они стоят, но я не могу их снять. То есть потому что они в другом месте нужны. Вот, так что буду сейчас прикручивать на то, что есть. Вот, выставлять, я думаю, нормально будет держаться. Также вот петля капота, та, которую я купил, вообще смазал, все теперь отлично открывается, закрывается, даже вот аж падает вот так вот. Вот так. Все, чик, все промазал, каждую сторону, все отлично. Единственное, мне не нравится, что вот видите, она вот тут вот как бы неровно, то есть сам болт, он как бы заходит. Я что-то не смотрел с той стороны, как на родной петле, но сейчас проверим. Так, вот нижний. А, тут же крыла нету точно что-то. Ну да, тут такая же хуйня, тоже она сюда заходит. Ну, тут с этой петелькой тоже нормально все. Тоже все норм. Все норм. Так, ну, короче, также сегодня лабаш. Сегодня надо ставить лабашек. Вот. Будет пиздец, как тяжело. Я прям вангую, что пизда будет прямо. Ой, ну ладно. Сейчас занимаюсь крылом. Поставлю, тоже все выставлю. Это будет уже окончание этой серии по крыльям. То есть, что мне сейчас нужно сделать? Мне нужно взять крыло, выставить на улицу, подставить стульчик и обработать все крыльчика изнутри. Дальше я его беру, жду, пока сохнет. Пока сохнет, я буду заниматься лобовиком. Это будет отдельная часть восстановления. Вот. Она будет сохнуть, я буду заниматься лобовиком. Буду попытаюсь поставить лобовик, пока будет подсыхать, стекать мастика лишняя. Вот. Потому что я знаю, что я мастикой мажу вот этой, которую я покупал. Она нихуя не сохнет, но, блядь, мне ее куда-то расходовать надо, не выкидывать же. Да и к тому же там неважно, как бы высохнет она или нет с той стороны крыла, поэтому сейчас буду это делать.
ею мазать. Вот. То есть вот такой вот план. То есть это сначала, потом вот это, потом, когда это будет сохнуть. Вот. То есть надеюсь поставить. Плюс, кстати, хочу отметить то, что сейчас нету торпеды, будет стоять чуть поудобней. Вот. Такие вот дела. Также нашел человека, у которого буду еще всякие штуки по салону брать. Также скоро придет бардачок. И акустика наперед. Colorfly оригинальный. По-моему, так называются немецкие. Также заказал вот этот патрубок. Отдал за него 4 сотки. Не оригинал взял. Но, блядь, приедет только 20 октября. Я аж охуел. Я в июне заказывал. Вот, но пока, кстати, вот это вот соединение вот в этом месте, оно не сопливит. Сопливит здесь, а вот тут нет, что очень странно. Хотя, по идее, мне казалось, что сопливить будет именно тут. Хотя я тут хомутами поджал, тут еще вот такую штуку положил, как бы. Вот, плюс еще думаю заказывать вот этот вот патрубок. Вот этот вот, то есть с этого самого, ебаный рот, как он... С термостата, вот с термостата, и получается он у нас идет там на помпу вроде, да, на помпу идет, вот, хочу его заказывать, почему? Потому что он тоже, вот видите, тут колхоженный слегка, вот, и причем этот колхоз он не использует, потому что, ну как бы я понял, зачем они это поставили так же, как и вот эту вещь. Вот эта вещь работает, то есть это для работы электровентилятора. А вот тут вот это была неправильная изначальная установка, поэтому вот это надо убирать будет. Вот, поэтому заменю нормальным шлангом. То есть у меня будет этот шланг новый. Вот с этим что делать, я пока не придумал. Почему? Потому что вот этот шланг, он не сыт. И вот этот шланг, он тоже не сыт, сыт нижний. Вот, но от чего он, я не в курсе. Поэтому пока менять не буду. Плюс я еще не хочу потерять вот этот колхозан, то есть электровентилятор. То есть я на ней не так активно ездил, чтобы понять, помогает он или нет. Вот, поэтому я хотел сначала прокатиться, посмотреть, нужен колхоз, не нужен. В том же решать. В остальном все нормас. Колхоза этот работает без проблем. Ну что ж, прохладненько, конечно, уже на улице, уже десяточка, но мне еще норм по температуре, мне еще пока нормально, я с открытыми дверями все делаю. Сейчас пока у меня все перчаточки подсыхают. Не работает она, сейчас надо поправить. Вот. И так вот все. Ну что ж, следите за следующей вставкой. Так, ну что ж, следующая вставочка про крыло. Поставил крыло, все нормально. Выставил зазорчик. Ну, изляпал, конечно, кое-где мастикой, но ничего страшного. Вот. Ну, собственно, вот и все, вся часть про крылья. Все отлично, ровненько. Собственно, вот и все.